Всем хапуга, пацаны, с вами Пуховик и Энфис. Алло, друзья. Мы продолжаем прохождение замечательной игрушечки Resident Evil 5. Resident Evil 5. Ну, я бы не сказал, что замечательно, но весело. Так, ты чё, хапуга, что ли? Ты не веришь, что Resident Evil 5 это замечательная игра? Я убью тебя, сука! Сейчас, погоди. Ну, окей, она замечательная, сейчас. А только... Достану. А только Capcom. Достану. Сейчас нас забанит. Достану большую дилдовину. Так, я думаю, сейчас мне снайперка не понадобится. И можно... Вау-вау-вау-вау-вау. Сверху. На, вообще. Куда он пропал? Он телепортировался. Он колдун. Надо пробегать, наверное. Я же ему пулю всадил в печень. Ща. Вон сзади. Ща. Не. Бросил. Ой-ой-ой-ой. Иди нафиг отсюда, пес. Ого. Он какой-то... Ногой его нельзя? Да нет, наверное. Фух. Попуга злая. Это что там, лут какой-то? Какой в нем лут? Нет, ни хрена. Видел, как у него тут башка разлетела. Оба-на, тут два снайпера! Тихо, аккуратно! Бегу. Оба-на, это что было? Ты что ли гранату бросил? Нет, я не бросал. Ты кинул гранату? Вот еще этот чувак с гранатой. Да, вот его. То есть это он, причина всех наших бед. На, вообще! Старый волк промахнулся! Блин, что-то не он, ты, по-моему, промахнулся, да? Впервые такое вижу. Но, не успел. Опять киношка, опять мультик. Блин, по-моему, знаешь, пропустили один поворот, и там по-любому ништяки были бы. Ну, это закон подлости. Закон хапуги. Оба-на, какое-то все желтое. Сохранение, мать вашу, сохранение. Че по патронам, у тебя сколько? Неполный магазин на автоматы, 15 Эвик. На винтовку. Чё, тебя полечить? Ну да, в принципе, не откажусь. Только нормально. А, ну. Мои 10 патронов где? Погоди. А, ну давай, ничего. Да, что-то на хрен вылечу. Чё ещё? Ну, у меня есть, принципе, у меня есть. Так. Что вообще прям не ахти? Да, надо с красными только объединять. Так вообще беспонтово. Так, пожалуй, возьму сначала. О, а трава. И патроны, кстати. О, отлично. Если на винтовку много патронов, значит надо ей пользоваться, правильно? Логично. А, придурок! Ты что сделал? Я себя полечил, тебя не полечил. Да меня-то зачем сейчас было? У меня почти полный хп. Надо было сохранить до лучших времен. Лапочки, бежим. Крутим жопой. Они же дыхают. 3, 4, 5, 6, налетаем это. Всем енот, бросать оружие! А черт, еноты! Руки на потолок, чур! Какие вы уродливые! Ты кто такой? Ты такой же подонок, как все террористы. Стреляй, не страшно. Я не такой вообще. Я деловой человек с принципами. Деловой человек. Бросай оружие. Может, вы бросите свое? Может, тебе бошку прострелить, мудак? А эти левую колено пристрелю. Опачки. Это ОМОН какой-то врывается, ё-моё. По-моему, сейчас его или убьют, или украдут. Ни хрена себе. Это тёлка из этого. А мне кажется, это Джилл Валентайн, слушай. Может быть такое? Мне плевать. Офигеть, если это так. Она его собирает. Да. Чёрт. Вот это что было сейчас за подстава такая? Вот это да. Слушай, если это Джилл Валентайн, то это просто жесть. А где они? Вот Богоюзер. Значит, у Ирвина есть сообщник. Сообщник? Так вы же увидели сообщника вроде в машине, когда они ехали. Но явно не хотел, чтобы мы увидели этих. Ну так это был чувак, это был чувак этот в маске. Ну да, он был уже. Ну, что там? Так, чего там? Так они-то не видели, это мы видели. Да. Мы всевидящие. Эксперимент. А чё, у них карта такая? Это же на болото. Мы сейчас на болото отправимся, замечательно. О,
Борода, мужик. Борода. О, патрон на пистолет. Патроны бери на пистолет. Скорее всего, на буровой комплекс. А? Так, что ты еще валяешь? Открыть. О. Что там такое? Блин. Не, я сожалею. О, нет, ты не сожалеешь. Но ты пожалеешь. Еще как. Пожалеешь. Короче, нет, так и будем. Ты будешь ближний, я дальний, только я продам старую винтовку. Там с пулемета прям херачи, чувак, херачу. Сейчас, погоди. Я не могу. Вон. Блин, не знаю, где тут, наверное, серого сток. А, вижу. Сейчас. На! Жбан. Надо всех сейчас, погоди. Ба, я не могу... А, сзади прям прикрывай жопу! Так. О, с киркой, чувак, иди отсюда вон, Петр. Ты чё? Хер смердячный, ты на нас нападаешь. Лежать, сказал. Вообще быть херово. Сдохни. А, заряжай, сейчас хер за пулемет сядет. Нет. Ой. Да, сдохни. Да сколько в тебя надо, садись. Слушай, из меня херово, снайпер. На, лежать всем. Всем чертям назло. Я, короче, на них не так... На нижний этаж пошел. Окей, давай. Ты главное прикрывай, чтобы ко мне не зашли. Это было смешно. Оба-на! Я патрончики нашел. Я тебя на автомат, короче, решил. Да. Заряжай. Так, у меня на винтовку только 6 патронов. Откуда они появляются? Да, они там у себя на базе все. Так, а что? Короче, вниз пошел, прикрывай мне. Окей, бро. А как присесть? А если будет такая точка, то на F нажмешь и присядешь. А, только так. Да. Других вариантов нету. Слушай, ну по-моему тут что-то никого. Я нигде не вижу. Все, я побежал. Вроде все чисто. Так, ну ты давай выходи, там где-нибудь за столбом встань, и я подбегу тебе. Сейчас, погоди, пока. Не выходи пока. Ага, вижу тебя, веду тебя. Я укроюсь на точке. Вижу. Шик, сестрю не бежит. За пулемет садись, ага. Угу. Пока все чисто. Ого, автомат ты, вижу, взял. Патроны. Его развернуть нельзя? Можно? Только на градусов 60. Опа. Сверху. Буцк! Буцк в бошку! Я не могу достать. Я убил. Там был один. А он был один-одинёшник. Эй, Харф, там вон еще одного вижу. Где? Сейчас, погоди. Блин, промахнулся. Примерно где? А, все, бошку прям, по-моему. А, нашел. Так, у меня последний патрон на... Последний патрон. Я, короче, базу их не херачу. Базу? Они построили целую базу. Перегрев. Так, все, я тогда иду... Остынь. Я иду вниз. Ты патронов не было на винтовку? Нет, по-моему, не было. Я, по крайней мере, может быть, не заметил. Так, ну я сейчас еще обшарюсь тут. Через дверь выйду красную. Ты, видимо, через другую, да, дверь выходил? Через красную? Ага. Вот, я вижу что-то, я вижу патроны, кажется. Она будет вообще уничтожаться, нет? Ручная граната, ну охренеть. Я теперь смогу взорвать целый ручной танк. Своей ручной гранатой. Короче, она не уничтожит. Ты кого там, базу что ли? Да. Слушай, у меня последний патрон, что мне с ним делать? Что-то я... Давай, Вов, ты сундук, смотри, сундук с баблищем. Алмаз. Круглый. Шикардос. О, кроват трассная. Так, надо объявить. Блин, не то. Не то. Так, вот, давай, комбинировать. Чик, отлично. Так, я пошел наверх, короче. Так. Патрон ты мне дашь? Какие? На автомат. Их 15. Давай.
Это ты мне давай. О, винтовочные. Шикарно. Сейчас винтовку можно будет. И тебе надо наверх. Ну хотя. Странно плевать. Тогда, наверное, обоим надо. Так, я в сараюшке обследую все. Ну ладно. Воу-воу-воу-воу! Че такое? Это тут мужик. Продавец этих апельсинов сраных. На тебе! Он опять вернулся. Да блин, в каждой серии. Каждую серию я в говно. В каждую серию я в говно. Но в понедельник я огурцом. Тара-та-та. Сейчас будет босс. Опа-опа, там, короче, смердячие. О, блин. Что-то, по-моему, у меня патронов не хватит, наверное. Потому что у меня очень... прорываюсь снизу. Да слушай, ты погоди так спеши, ты погоди спеши, ты чё один-то пошёл? Поехали. Прорывается. Вот-вот. Воу-воу-воу, полегче. В одиночку-то никак, правильно? Где они, где они? Давай. С севера. Давай, запрыгивай. Там чиногубка бежит. Патрончики. На меня чиногубка бежит. Воу! Нет, я вниз пошел. Лечись, лечись, у тебя есть хилка. Да. Блин, там гранатами кто-то. Я не могу ничего использовать тут. Лечись. А, спаси меня. Жесть. Вот побежал один, да, побежал, все. Надо их, короче, сначала издалека расстрелять. Выманить, зачем к ним идти? О! Давай продадим, что там нашли. 4 косаря стоит. Ухо-хо-хо. И на этой ноте я предлагаю закончить. Спасибо, что были с нами. С вами был Энфриз и Пуховик. Всем спасибо за просмотр. Пока. Пока-пока. Если холодно зимой, покупай ты пуховик. Если денег дохуя, покупай ты пуховик. Он спасет тебя всегда, твой китайский пуховик. Ты видосы зацени, поставь лайк и подпишись. Вот хоть так. Так. Чик. Блин, а как он? Чик. Зарядил все. Так, надо улучшить сразу себе винтовку. Ой, чудо спать хочу, пиздец. Торфильня. Мощность, перезарядка, емкость. Емкость его улучшать, да? Оп. Несколько выстрелов до перезарядки. Слушай, по автоматам ее можно сделать за 6000. А, нет. Нет, пока еще нельзя. Все. Мое ружье просто мощно. Да ладно. Я все прокачал, все, что может. У меня еще не все. Да что-то. Да какой нафиг СВД? Слушай, а может на этом закончим серию? Да, давай, такая коротенькая серия будет. Угу. Зато эпично. Смерть спасибо, носа. Что были с нами. С вами был Энфриз и Пуховик. Так, погоди, заново. А, о, у меня за ружье продать старое. Я у тебя-то не могу точно никак перебить. Блин. Партнер еще не готов. Подожди, снаряжение можешь кинуть его? Так у меня только свое снаряжение видно. А, да? Конечно. Может, блин, ну это тупость. А если я случайно подобрал, чего как-то? Ладно. Ты что же не можешь передать? Нет. Ну и на этой ноте я предлагаю закончить. Спасибо, что были с нами. С вами был Энфриз и Пуховик. Всем пока. Пока-пока. Да, блядь. На последнем слове, блядь. Фух. Подожди, эпичную фразу тебе скажу. Хапуга, внук твоего деда. Ха-ха-ха.